Привет! Это новое видео на канале Bike and Travel. И сегодня я хочу рассказать о 5 полезных вещах, которые делают нашу жизнь в походе комфортнее. Первое – это надувная подушка. Раньше мы использовали чехол, неважно, ну, допустим, вот из-под палатки. В него мы ложили одежду и на нем спали. Это было не очень комфортно. Потом мы для себя открыли надувную подушку. Ее преимущество в том, что она имеет маленький вес, маленький объем, и, соответственно, на ней комфортно спать. Вторая вещь – это надувной каремат. Раньше мы использовали пенку, и качество сна было не очень хорошим, потому что везде ощущаешь все неровности, и был дискомфорт сна. Когда мы начали пользоваться надувным карематом, то качество сна реально улучшилось. Этот каремат имеет толщину 7 сантиметров. Соответственно, ты не чувствуешь всех неровностей земли, ты не чувствуешь камешков, шишек, палочек и всего прочего. И реально высыпаешься очень круто. Третья вещь – это налобный фонарик. С ним реально очень комфортно. Ты одел его на себя, и ты свободный человек, руки свободны. Можешь спокойно ходить, собирать дрова, можешь спокойно ставить лагерь, кушать, готовить. В общем, юзайте. Четвертая вещь – это походная кухня. Она состоит из баллона, горелки, емкости с радиатором. Кухня удобна тем, что вы не везете отдельно горелку, отдельно баллон и отдельно котелок. Здесь это все вместе и занимает относительно немного места и имеет небольшой вес. Номер 5. Это сухая еда. И это просто находка, если вы едете в автономный поход, даже если идете в пеший поход и не хотите с собой, соответственно, вести большой вес, вот, то берете с собой хотя бы несколько пачек такой еды. Она готовится очень быстро. С помощью кухни кипятим воду и заливаем прямо в упаковке еду. Буквально 10 минут и все, вуаля, она готова. Это реально полноценная порция еды, которой ты наедаешься и набираешься энергии и сил. Весит она немного, объема тоже занимает мало. Вот, как дополнительная опция к основной еде, очень советую. Срок хранения от года до 2, то есть вы можете не переживать, что она испортится в походе. Если вы вдруг увидели какую-то экипировку, которую мы используем в наших походах, то пишите, пожалуйста, в комментариях, и мы снимем на эту тему полноценный обзор. На все товары, которые мы сегодня показывали, мы оставим ссылочки в описании. Кстати, вам 6-я штучка. Это стул, в котором я сейчас сижу. Это реально must-have в походах. Если вы хотите круто вечером посидеть у костра, отдохнуть после тяжелого дня, там пешего похода, велопохода, неважно. Это стул. Весит он до килограмма, но этот килограмм мы готовы таскать за собой куда угодно. Потому что посмотрите, как круто и как удобно. Вечером у кастрика. Ссылочка в описании. Всем пока!